Друзья, еще одну важную мысль хочу сказать. Если вы видите кого-то, кто одет нескромно, вызывающе, не спешите их обличать. Не спешите судить и не спешите обличать. Несколько причин. Первое, подождите, пока ваши дети вырастут или внуки. Потому что вы сейчас другого мнения, но потом с вами дети ваши поспорят. Помоги нам, Господи. Дальше, пришла, допустим, дочка в церковь, ну так пришла одета, грубо, раздета, что просто смотреть в ту сторону неприятно, неприятно. И хочется только сказать, ну куда же ты, красавица, так нарядилась? И вот такие мысли идут, например, в ту сторону, или кто-то, кому-то хочется сорваться, кто-то возмущается на стуле, хочется подойти и сказать, встань и выйди, или ну посмотри на себя. А здесь параллельно, в этой же истории и в этом же зале сидит мама и думает, хоть бы не выгнали, хоть бы не выгнали. Слава Богу за то, что она хотя бы в церковь пришла. Правда, как мы можем резко так раз-два обрубили, отправили, а мама сидит и дрожит, как лист. Слава Богу, что хотя бы пришла, какая есть, полураздетая, но хотя бы сидит, пусть хотя бы будет здесь, в церкви. Поставьте на место этой красавицы вашу доченьку, и сразу все меняется. Вот как мы должны относиться, друзья, к людям. Или, например, сын пришел, прическа такая, знаете, голубая, фиолетовая. Не поймешь, такой типа mixed message, такой confusing, не понимаешь. Или пришел там, не знаю, в шортах, в шлепках, хочется сказать, встань и выйди. Но некоторым сказали, выйди или не заходи в церковь. И они больше туда и не вернулись. Да, замечание вроде бы по делу, но так отвернули от Бога, от церкви, так ранили вот этого молодого, еще незрелого христианина вообще, который не имеет никакого основания в жизни, сам себя еще ищет. И вот так в церкви встретили, что он больше никогда туда не вернулся. Как нам важно все это делать очень деликатно и осторожно, друзья. Потому что обличать может только тот, кто знает церковный дресс-код. Это правда? Нет, друзья. А теперь внимание всем, кто онлайн и всем, кто здесь. Обличать может только тот, кто любит людей. Только тот, кто любит людей. Поэтому моя молитва перед этой проповедью была одна. Господи, помоги мне сказать это с любовью. Я не хочу рубить, я не хочу людей унижать. Это вообще не дух Евангелия, это вообще не Бог. Бог, Он это делает все настолько с любовью. Он это делает настолько с любовью. Поэтому вот сейчас у нас идет вот эта тема, мода, и вы смотрите вокруг там на разные ивенты, на разных людей, и кажется, ну как ты не слышала? Хочется вот подорваться и хоть подзатыльник маленький дать. Но вот вспоминайте вот этот принцип. Обличать может только тот, кто это делает с любовью.